Скажи мне сладкую ложь, скажи прямо в лицо. Скажи, что любишь меня, но уже так все равно. Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд. Но ты точно из тех, кому нельзя доверять. Но мне пох-пох, теперь буду веду себя так, будто мне пох-пох. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пох-пох. Я люблю тебя, но мне пох-пох. Но мне пох-пох. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох-пох. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пох-пох. Я люблю тебя, но мне пох-пох. Эй, не трогай руку, я куплю твою подругу, если захочу, поверь мне, детка. Я не дам тебе сердце, дед, я не дам тебе душу. Максимум, что это деньги, ну, может быть, чуть больше, если ты это заслужишь. Но в душе не глиже, я романтика лише. Я так верил в эту вашу, блядь, любовь, а что теперь я умней. У меня, суки, деньги, тачки. У меня сумки, пачки, пачки. Девочка ночью громко плачет. Ну а мне пох-пох. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох-пох. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пох-пох. Я люблю тебя, дон-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 дон. Пох-пох. Но пох-пох. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне пох-пох. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пох-пох. Я люблю тебя, но мне пох-пох. Забыла. Дам тебе сердце, детка. Максимум, что это... День. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, девчонка. Оставляем ту версию, короче. Да. Все. Так, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал Раиля. Она Коко, что ли? А? Она Коко? Клава Кока? Клава Кока. Не, не Коко. Не тайна Коко. Друзья, запускаю второй челлендж. Первый – это пройтись по торговому центру и спеть полностью песню на ходу, не останавливаясь. Второй челлендж – это лежа. Ложитесь где угодно, хоть на улице. Делайте бабочку там, не знаю, и пойте с подружкой. С другом. ГС что-то перегрелся. Кстати, по хэштегу «Лежачий кавер» я найду ваш кавер и зарепощу к себе в сторис. Если понравился кавер, не судите строго, подготовимся. И будет, кстати, топ-3 песен Клавы Коки, где эта песня тоже будет. Клавы Коки, блин, все звучит так интересно в разных падежах. Поэтому ставьте лайк, ребята, 10 тысяч лайков и все. Мы запускаем еще одно видео совместное. А если вы также хотите играть на гитаре, петь, кадрить девушек, вот как я сделал сегодня. Здесь она скатывалась по горке. Я говорю, подожди, не едь, не уходи от меня. Мы с тобой споем песню. Если хотите, в описании под видео есть самоучитель по гитаре, есть вокальный курс «Учимся петь легко». Проходите, пойте упражнения и уже авось когда-нибудь вместе споем, втроем, четвером, вот здесь. Присоединяйтесь. Всем до скорых встреч. Пока.